когда мы начинаем крутить. Вот в течение где-то 23 минут у нас примерно у вас происходит реакция. По 155 каждый реактор еще второй, но вот эти все растворы надо упаковать. По 55 литров где-то мы примерно оставляем. Растворы мы переливаем в барбадин, если у нас кислота находится. И начинаем отдувку, у нас получается где-то около литра. Это вот за месяц работы, да? Да, да. А потом эти 20 атомов отлавливаете? А? А потом эти 20 атомов как-то... Да, вот потом этот раствор передаем химикам, они делают анализ, счетчик. Там этот раствор отлавливает экстракцию. Нет, нет, мы только сейчас берем. С ума сойти. Наша служба и опасная, трудна.